Сегодня как не мог заснять, как Лерка у нас с некоторыми кошками дружит. Кися. Котейка. Ластится, ластится. Понимаешь, что еще тоже ребенок. Вот такая у нас Лерка добрая. Да, Лерка, добренькая ты девочка. Все. Пошла. Что ты? Все, пойдем. Пошли. А мы сейчас едем с нашим знакомым Стафом гулять, с Редом. Да, Лер? Сейчас к Реду поедем в гости погулять, да? Всем привет, друзья. Я нашел для Лерки жгут, короче, как раньше был, который мы рогатки делали. Сейчас его покупать в аптеку. И, кстати, он намного дешевле, чем вот эти испандеры, как правильно называются. Сейчас пойдем покупать. Так, друзья, приехали в аптеку, сейчас заберем наш жгут. Итак, друзья, купила, короче, жгут. Сейчас я его достану. Вот такой, короче, жгут. Обошелся мне 5 метров 590 рублей, представляете? А вот этот спандер я хотел жесткий самый купить. Он был метр. И, короче, стоил 2000, представляете? Так что Лерка теперь будет заниматься у меня. Такой вот. А он, Лерка, сидит. Деловушка. Лера, сидишь? Мы приехали к Дмитрию. С Редом. Пойдем, Лерка. Пошли. Где Ред? Ищи Реда. Ищи Реда. Они вон туда пошли. Пойдем, Лера. Вон, Ред. Вон. Да. Здорово, Корефан. Здравствуйте. Привет. Ну, привет. Привет. Что такое? Сидеть. Давай, давай, Лера, попровоцируй, попровоцируй. Сидеть. 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 Кому говорят, ждать. Иди гулять. Скажи, такая фифа, а ты не заставляешь здесь команды. Блин, вот классный тебе, вообще такой компактный, квадратненький. Маленький, а. Блин, почему Лерка не такая, да? Ну, блин, во-первых, она питбуль, блядь, ёптить, начнём с этого, блядь. Ну, питы, кстати, тоже есть маленькие, квадратные. Есть. Ты знаешь, подписчики, что говорят? Став, вы тоже, блядь, здоровые, блядь. Знаешь, что подписчики мне кто-то пишут? Что у меня помесь питбуля со Ставом, либо прайтер вообще. Ред, вообще. Иди ко мне. И либо прайтер, представляешь? Скажи, пускай, блядь, пускай питдог, скажи, у меня. Помнишь, что раньше помнила? Питдог называли. Нет, и, а, да, а питдог еще есть, называли. А еще бандоги есть. Это питбули с ротвейлером. Да. Она не тронута. Ред. То, смотри, лящи такие прям. У нас подписчики все грамотные же они. Да, да, да. Кинологи по образованию почти все. Говорю, на Лерку сейчас подрастет, в год одену груза на ней. Ты что? Зачем? А зачем, да, это? Я тоже, а я пробовал, Серег. Ну, не, я пока, знаешь, как... Мешковатый. Не, мы уже, вот у меня от моего первого пита шлейка, да, уже нормальная. Но я не... Ну, видишь, на я чуть-чуть... Великоват. Конечно... Шлейник великоват. Видишь, конечно, я много читал сейчас про эту фигню, про всякую шлейку. Когда именно нагрузки даешь, собаке нагрузки даешь, надо шлейку снимать. А я то и...
представляешь, вот 7 килограмм. Надо снимать. А что ну, тогда с ней делать? Просто ходить? Ну, как бы он, да, это, когда, ну, ходить. А тот, говорю, у меня пит, я же не знал об этой херне. Ну, да. Он у меня 7 килограмм себе таскал, и два камазских еще баллона зимой прицеплены. И пофигу, и ничего. Нормально. Ред, Ред. Лера, иди стоять. Сюда. Ред, стоять, я сказал, ну. Возбужденный, рядом. Да? Ты возбужденный, да? Возбужденный, мол. Ред, рядом. Ред, подошел ко мне. Хорошо, рядом. Идем, идем рядом. Ред. Да, ну, да подожди, успокойся. Пускай немножко Ред, это. Он не Эй. Тронет, не тронет. Лера, иди сюда. Ко мне. Ну-ка, ко мне. Когда я ее тоже спровоцирую? Рядом! Лера, рядом! Рядом! Сидеть ждать! Сиди, жди! Ждать! Сидеть ждать! Ну-ка, сидеть ждать, козел! Жди папку, сиди! Видишь, моя, еще, гля! Дима, один моя! Сидеть ждать, козел! Ах ты, сучка такая! Ну-ка, сидеть ждать! Сидеть ждать. Не, не, пускай провоцирует. Сидеть. Лира, сидеть. Сидеть, сказал. Сиди, жди. Сиди, жди. Жди. Ай, умничка. Ждать. Иди ко мне скорей. А ты моя слядка. Ждать. Хорошо. Ждать, сказал Ред. Сиди. Ждать. Блин, ну Дима вообще классный тоже такой. Хорошо, прям хорошо, ждать. Ко мне, малыш. Ко мне, Ред. Скорей, ко мне. Почему они на ляжку садятся, а интересно? Ко мне, Ред. Привычка такая. Нет, он как-то как, он вот, смотри. Иди ко мне. Ред. Ред, подойди ко мне. Подойди. Иди. Вот видишь, сел нормально. А бывает, прям подходит, и прям плюх на бок вот так вот бьет. Кидай. Вперед, как слабо прям. Давай, давай, Ред, вперед. Ред, вперед. Зачем, скажи, когда мне принесут? Давай, Лера, колечко мне неси скорее. Надо спуститься, потому что здесь эта галька, это хреново. Конечно. Надо там вот туда. Сейчас, пошли. Лера. Ага. Ага, сейчас. Давай колечко мне. Дай. Дай папке. Папке скажи да. Скажи, папка со мной занимается постоянно. Держи. Пойдем. Лира. Дай. Отдай. Вот. Лира. Давай, голос. Лира, голос. Давай, Ред, вперед. Ред, вперед. Вперед. Давай, по жопу. Вперед, вперед. Вперед. Давай, вперед. Где Лера-то? Ред, сейчас, скажи, принесет, мадам. А здесь... Давай, вперед. Хорошо. Самый нормальный поход для них. Для них-то да. Я, Лерку, где-то думаю до ноября месяца плавать. Ноября будем. Я не буду, а как Не знаю, у меня, говорю, тут пит вообще, хуй, знаешь, у меня морозы были, прям горки, морозы, да. Похую, блядь, ёпки. А это я, бай, бай. Торпеда. О, поносись, поносись. Че ты на своем там? Давай, ёпты. Давай, я говорю, погоняй его, Лера. То он, сука, толстый.
Давай колечко, Лира. Дай колечко. Дай. Дай. Отдай. Ред, фу. Что ты толстый? Иди, он плавает, плавает. Давай вперед. Вперед, вперед, вперед. Хорошо. Вперед, вперед иди. О, Лирок, сейчас ты замотаешься чуть-чуть, а то спать хорошо будет. Нет, поеду. У меня воскресенье выходные. Ждет, ждет. Ай, молодец, умничка моя. Дайте вкусняшку. На, вкусняшку дайте. Молодец. Тимой, лапочка. Давай колечко еще кину. Давай колечко. Давай колечко. Что такое? Что такое? Иди играй, иди. Иди играй с Редом. Пойдешь? Иди, погоняй его, погоняй. Лира! Лира! Сколько с них энергии, да? Вообще пипец. Уже час здесь. Не час, не... Полчаса, да, глянь, странно. Все. Молодые. Ты чуть, наверное, подустал, да, уже, или нет? Да, ну. Просто так выпендривается. Лера, нельзя. Тут собака с большой гуляла.